Итак, всем привет! Сегодня у нас первый взгляд на игру под названием The Hetman Shadow Route. Почему первый взгляд, в принципе? Ну, знаете, это игра из той серии, когда вроде бы это и ужастик, его можно даже попытаться пройти, но... Знаете, из серии этих ужастиков, которые сделаны на Unity, один раз поиграл и забыл, как я понял. В игре даже есть достижения в Steam, есть вот какие-то карточки, чтобы с ним значков, всякая фигня такая, но... Игра бы, в принципе, даже подошла под плейлист инди-ужастики, но... Я обычно в плейлист инди-ужастики закидываю игры, которые бесплатные, а за это игру после деньги в Стиме. Хотя я ее по скидке за 5 рублей взял, но не суть. В целом, игра, я как понимаю, ничего особенного, стандартный шестработный сюжет. Ну, то есть типичный представитель инди-ужастиков на Unity, ничего такого особенного у нее нету, но... Думаю, стоит глянуть, посмотреть, может где-то даже шуганемся, еще что-то. Почему бы нет, согласитесь. Тем более, что тут все на узкий переведено, что очень радует. И давайте-ка начнем. За кого вы будете играть? Отец, мать. Ну, за отца, наверное, я все-таки не женщина же, блин. Так. Да, переведено явно через жопу, походу, но не суть. Но мы... Блин, да чувак, заткнись. Ба-ба-ба. Текст даже, блин, за рамки бумаги выходит, как вы видите. Номан Бэй, отец Вирджинии Бэй, Кливленд, 840 Бейтс Роуд. Мы с сожалением сообщаем вам, что ваша дочь Вирджиния пропала без вести. Нет необходимости приезжать сюда, так как наш сотрудник ее уже ищет. Доктор Генне Хаммел, управляющий психбольницей для умалишенных города Кантона. То есть у нас с дочкой явно проблемы. И мы что, в психбольнице? Звук очень тихий. Так. Ну, я так понимаю, мы за отца этой девчонки играем, да? А это психбольница. Если здесь никого нету? А здесь точно никого нету? Ну, выглядит пока прикольно для Unity, честно. Весьма прикольно. Хотя видно, что игрушка такая, знаете, стандартная на Unity. Это чё? Дочка, что ли, говно героя? Какие-то газетные вырезки. Почитать можно, интересно? Haunting Shadows. Да уж. И чё вообще за чувак в шляпе? Непонятный тут. Hetman. Игра всё-таки называется The Hetman Shadow World. То есть мужик в шляпе. Я не знаю, как это его перевести даже. Так, и что мы, собственно, ищем? Дочку или еще что? Ну, пока... Ну, пока вроде все спокойно, я сейчас, небось, как обычно, накалкаю, и начнет происходить всякое дерьмо. Класс, дырка. Цветочки, мать его. Ну, точно, психушка. Осторожно, скользкий пол. Лады. Так, кирпичи тут никто не отожил, не? Чисто, окей, значит, можно еще что-то отожить. Так, посмотрим на вид из окна. А, ну... Ну да, вид из окна... Какие-то обои на рабочий стол в стиле Windows XP. Не, ну, это в натуре, просто обои на рабочий стол. Статичные даже, блин. Ну окей, окей, это инди-разработка, так что пофигу. О, Мишка плюшевый, иди сюда. Мишка, пошли со мной. А то после Among the Sleep мне как-то без Мишки неспокойно. Тедди лучший друг. Так, это что? Стремная какая-то книга. Нажмите для открываться. Я что, в Silent Hill попал, что ли? Офигенно. А резко стала ночь. Ну да, там по-прежнему футобои. Это, знаете, как в стиле Silent Hill, то есть резко реальность изменилась, и мы попали в альтернативную изнанку. Holy! Now you have my attention. Suddenly the funhouse doesn't look very fun. Блин, это озвучка, конечно, да, оставлять жевать лучше, ну ладно. Так, нажмите I, чтобы заглянуть в инвентарь, что у нас есть. ЛК и... Еба! А сохранить можно? Нельзя? Не? Да вы сюки! Не, прям Silent Hill какой-то, блин, что-то я по Silent Hill аж заскучал, захотелось вернуться в Silent Hill. Как хочется вернуться, как хочется вернуться в Silent Hill. Нажмите G, чтобы открыть журнал. I'm lying awake in bed, my neck sore from sleeping on one pillow. I asked for another, but I need a doctor's order to have more than one.
My sleep medicine is worn off, and I'm once again a prisoner to my insomnia. Я офигенно понимаю. I decided I might as well. I'm lying awake in bed, my neck sore from sleeping on one. Ну, нихера непонятно, я без субтитров тоже хера перейду все это, вы уж извините. Без субтитров для меня все это весьма проблематично переводить. Еще страничку нашли. Еще страничка. Еще. Опять это говно где-то рядом. Ё-ё-ё, не-не-не-не-не-не-не. Вася, иди в жопу. Вася, иди в жопу. Или ты не Вася. Неважно, кто ты, короче. Пошли искать приключения на задницу. Как тут тебе плохо стало. Блин, кстати, Silent Hill, блин, да. Надо будет как-нибудь, когда будет уже время и возможности, желание взяться все-таки за Silent Hill Dawn Plus с PlayStation 3. Давно, думаю, многие ждут. Напишите, вы ждете или нет, мне просто любопытно даже. Тем более последняя игра из основной серии, там уже останется только что-то вот Memories of Origins. Деревца. Че-то тут все очень херово, если честно. Это что? Топорик. А, ну то есть я там могу войти туда теперь, да? Батарейки, надеюсь, бесконечные. Вот тут дверка уже открыта. Game Mechanics. Ага. Специальное спасибо. Геймдизайнеры. Специальное спасибо. Нифига себе, сколько людей спасибо. Да, спасибо вам, чуваки, за эту игрушку. Не, ну, в принципе, знаете, обычный ужастик, ничего особенного, но... Прикольно, прикольно. По крайней мере, лучше всякого дерьма, которого я в последнее время играл на Unity. Есть. Топор назад взять нельзя. И где логика? Я что, не могу топор из деревяшки вытащить? Блин, да за кого я играю? За какого? Да вообще, кто бы мог подумать, блин, да, так трудно одну деревяшку вымыть топором, блин. Тем более, одна деревяшка может вообще рукой было оттолкнуть, кулаком выбить. Или мы настолько хлипкие, что не можем деревяшку выбить. Что-то там хреновое, походу, да? Инвалидные коляски. Не, это в натуре, явно авторы черпали вдохновение Silent Hill. По-любому. Вы знаете, или... Очень, а Silent Hill местами смахивает, очень. Один. Послушаем. Не, ну прикольно, радио работает, чё. Где-то эта херня будет. Я так понимаю, тут вообще один противник только. То есть вот эта херня в виде тени, блин. Тебя выключить нельзя вообще. Че, мне за это даже достижение, что ли, дали? Офигенно. Тихо. Спокойствие. Только спокойствие. Все окей, все хорошо. Туалет уже тут загаженный. Судя по цвету туалета, кто-то кипчит тут уже отожил. Нихера вообще. Не, суть говорит, что спасти дочку, что ли? Ну где дочка, блин, непонятно. Вообще непонятно. Блин. Шкафчики открыть нельзя? Нет. Нельзя. Так. А. I'm lying awake in bed, my neck sore from sleeping on one pillow. I asked for another, but I need a doctor's order to have more than one. Community group is over. I'm not sure who thought having insane people entertain. I remember something else about my dream. The man in the hat was wearing all black. Even his hat was black. Ну, в принципе, кому интересно, почитайте в паузе. Текст, кстати, весьма криво переведен на русский, то есть... Тихо. То есть, как бы... Туда я бы не стоит идти, да? Ну, иногда текст за рамки вот бумаги выходит. Выглядит это очень глупо. О, еще один листочек. Process group with a social worker seemed like a huge waste of time. То есть мы ищем сейчас дневник, походу, весь, да? Еще один листочек остался. Не-не-не-не.
Что-то мне это Daylight начинает напоминать, вот серьезно. Ё, тихо, не, успокойся, мужик, тебе чё, похеру вообще? Да ему похеру, мать вашу, блин. Куда бежать вообще? Так. For recreational therapy, I read Tanya's book. It was a journal. Да в задницу твои книги, блин, тут за мной какой-то... Непонятный бегает. Точнее, не бегает, а даже летает. Есть кто? Кто в тебе мочке живет? Никого не живет, ну и похеру. Я валю. Ой, еще листочек. I'm not dead. At least I don't think I am. Да, озвучка, да, могли бы потрудиться озвучка хотя бы, ну ладно. Так, ну я говорю, если что читайте на паузе, я что-то читать это смысла не вижу, потому что голос как бы... Немножко отвлекает иногда. Что-то тут совсем все херово. Все очень херово. Упс. Я испугался, да. Отражения нету. А, ну зеркало разбито. Логично, отражение, что нету. Блин, что-то я херню сказал. Не, это просто какие-то лабиринты, а не психбольница. О, еще листок. I'm attaching a picture here from the book of the Hat Man. If I go missing, go look for him. What if I disappear and no one comes looking? А, ты издеваешься? Если я попаду без вести, вы должны найти его, этого человека в шляпе, да? Его искать не пришлось, он меня сам нашел вообще. Даже трудиться не пришлось, да. Кого-то че? Блин, нафиг. Походу еще где-то рядом, паскуда. Да, рядом. Нафиг, нафиг. Я не помню, фонарик мигает. Мигает от этого чувака в шляпе или от того, что я записки какие-то. Это что за... Нельзя взять, ладно. Я куча одинаковых комнат, как тут все находить, я что-то просто не прикидываю вообще. О, что-то новое, это что? Коробок спичек. И что мне с ним делать? Зажечь что-то? Ну, это логично, что-то зажечь. Но что именно зажечь? Ой, нах. А что я зажечь-то должен? Ну, логически, допустим, какую-то веревку, блин, я не знаю, свечку. Туалет. Не, нафиг туалет. Тут всегда что-то плохое происходит, хотя. Ничего, ничего. Скримера, надеюсь, не будет. А то я уже пуганный скримерами, что, блин, мам, не горю. О, один закрытый даже. Открыть нельзя. Ладно. Ой, господи, противный, отстань от меня. О, вот это херово. Не-не! Он забивает твою душу. Ладно, пусть забивает, блин. Так, ну ладно. Перезапуск. Что, все отсюда начинать? Блин, вы издеваетесь? Отсюда? Класс. Блин, а сохранений-то что, вообще нет, что ли? Кидалово. Ребят, тут сохранений нет, походу. Для чего кнопка загрузка тогда? Или я что тут... Слушайте, а может рентгеновские снимки это и были сохранения? Мать вашу. Тупанул. Ладно. Давай покажу МБ стайл, ломай эту херню. Да вообще. Да блин, хватит пугать. Давайте-ка еще разочек побегаем, посмотрим, может что, попытаемся. Ну я так понял, туда не стоило идти. Так, вот это что? Нет, это не сохранение все-таки, походу. А как тут сохраняться тогда, я чуть не пойму. Выдержму использовать, но что-то... Ничего-то не происходит. Тихо, это что? А, это коляска. Да ну нафиг вашу музыку.
Мне не до музыки ща. У меня все очень паршиво. Я очень в плохой ситуации. Мне надо кучу записок собирать, и на походу на этом весь геймплей построен. Какой-то клоун, не знаю. Клоун Слендермена, вот в натуре. Да-дан, да-дан. Страшно, что обьется. Не, ну... В чем-то даже, да, стремно, но... Вот там что-то есть. Не, лампу нельзя взять. Я взял. Ой, пошел в жопу. Музыка. Туалет. Я не знаю, тут столько помещений, что... Даже, не знаю, вот хел поймешь... Так использовать можно? Нет? Нет. Что у нас хел поймешь, куда идти? Вот. О, записка еще одна. I'm lying awake in bed, my neck sore from sleeping on one pillow. I asked for... Это мы все слышали, да? Ну, вот ты мне ничего не высказала. Ладно, кто-то колеску перевернул. Плохой какой-то чувак. О. Нафиг, нафиг. Психушка, психушка. Обосрушка. Хотя, погодите. Может... Может, где-то записка заныкана? Ой, не, иди в задницу. Чем от меня надо? Так, там, я туда не пойду, там мне не нравится. Мне вообще тут везде не нравится, если быть честным. И у меня такое чувство, что я кругаля даю, потому что... Опять это радио. Не. Да, он не останавливается вообще. Он продолжает меня преследовать. Ну и, собственно, куда я пришел вообще? Спрятаться может. Не знаю, поможет то, что я спрячусь или нет. Помещение... Господи, не пугайте. Помещение, как понимаю, тут все зациклены. Полностью причем. То есть, можно кругаля давать, я уже кругаля и дал, кстати. О, ванна полная даже. Можно ванну понять в этом ужасном месте. Хотя нет, думаю, не стоит. То есть, да, тут все зациклено, можно бегать кругалями и... Не знаю, часами. Это чё? This isn't ale. Это неправда. Да, тупак, это неправда. Ё! Да! О! Ниже куда-то. Вообще класс. Новый уровень, мать его. Мы даже куда-то дальше подвинулись. Правда, помещение тут все равно выглядит одинаково. Кабук спичек. Спички, это хорошо. А что так тихо стало? А? Вентиляция. Как я по вам скучал, да. Вот я, знаете, я это всегда говорю и повторюсь еще раз. В любой игре нельзя обойтись без вентиляции. Вот просто нельзя, да? Интересно, у меня вентиляции достать сможет вообще сейчас? Или нет? Так это что, тоже помещение? Ну да. Тоже помещение. И смысл я туда спускался? Неясно. Не, ну, простенько, надо сказать, ну, со вкусом, в принципе. Это, по крайней мере, лучшее той игры, что мы играли по шоссе, какой Джойс Дино, блин, или что-то такое. Это, в принципе, получше, да. Конечно, тоже не шедевральная игра, я бы сказал. Но в это поприятнее играть немножко. Так, нет, туды мне... Да, подпрыгнуть. Да, с таким прыжком... А, ну, блин. И чё? Ну, это кивдык. Спички, у меня есть спички, я вооружен и опасен. Не, это хана. Он меня зажал. Да, доски.
нужен топор. И как это... Как это... Кажется свободным. Что тут свобода? Ты что, издеваешься? Не, я так понимаю, доски надо вниз, но у меня нечем. А эта паскуда стоит, ждет. Сохранений нету. А логика? Офигенно. Управление на велосипеде мышки... Да, управление мне не особо тут поможет. Языки. English, Francis, Deutsch, Italiano, Espanol, русский, португалец, блин. Не, это все фигня, это все фигня. То есть мне надо какой-то инструмент найти, чтобы дальше пойти, да? Спички-то на кой хер мне вообще? Ну, таким прыжком я перепрыгнуть не смогу, это да. Так, ну... Ты вообще плохой. Ты понимаешь, что ты... Не, он не понимает, что он плохой, он... Рывок, мать его! Блин! Нихера себе хавальник. Он забирает твою душу. Блин, какой по счету раз? У меня что, я не знаю, несколько душ? Блин, а у кого я душу покупал-то? Я чуть не помню. Загрузить по-прежнему нельзя, я не понял, где тут сохраняться? Все, последняя попытка, нафиг. Все, последняя, нафиг. Holy! Now you have my attention. Suddenly the funhouse doesn't look. Я просто не понимаю. Я просто ни черта не понимаю. Я ничего не понимаю. Надо собирать записки, да? Весь геймплей. Окей. То есть, ну, при встрече с ним это моментальная смерть, да? В любом случае. В любом как ни крути, это ясно. Но какого хила я не могу взять с собой топор, блин? Нет, ты руку не можешь это побить, я офигею с тебя. Ну вот, возьми топор, мужик. Ну вот, бей, давай. Вот трудно из палки вытащить топор, да ты... Он что, одноразовый, что ли? Где вы видели одноразовые топоры, блин, издеваетесь, что ли? Да. Да, но не настолько хорош, чтобы взять топор, идиот, блин. Просто идиот. Не, все прикольно, конечно, но, как видите, однобазно весьма. Плюс я ни черта не понимаю, как тут сохраняться. Вот вообще не понимаю, хоть убейте. Может, я какую-то кнопку не нажимаю? Может, еще что-то? Даже не знаю. Это говно уже тут. Только где? Почему не важно? Плюс заметьте, этот говнюк меня в тупик загнал тогда. То есть я просто в тупике был, мне вообще выбора не оставил. Что? Открой туалет, скотина. Кто там сидит, мать его? Ты что ли хэтмен, блин, твою мать? Человек в шляпе решил погадить. Молодец, чё. Может, вот это как-то все-таки, я не знаю. Блин, я что-то в управлении, может, попускаю, ну. Бег, наклон, прыжок, присесть. Использовать, открыть журнал. Ни черта тут нету, использовать жму, нифига. Да, игрушка настолько крутая, что у меня в равном меню, точнее, когда жму Escape на опции, посмотрите, игра у меня влетает. Офигенно. Ну, окей, последняя попытка. Давайте за мать сыграем. Для узнобази. Поз для узнобази. Последнее, что я просто посмотрю, и все, к чертям, нафиг. Игра неплохая, ну... Очень однообразная, я бы сказал. As if my daughter was missing and I wouldn't come. И в чем разница то, что я либо за отца, либо за мать играю? Разница, походу, вообще никакой, да? What the... Where am I? I'm not supposed to be here. Я тут не должна быть, да? Так, это все взяли. Походу от персонажа только либо отец, либо мать меняется озвучка, и все, больше ничего. Насколько я понял. Да. Ну, в остальном что? Я даже не знаю, подводя итоги, не подводя. Ну, честно сказав, так. Тупак. Homemaker turned home record. Да вообще, через свой пейзаж колют.
Игра весьма однообразная, опять же, как мы видим, то есть походить, пытаться и смысла нету. Пугать, ну, да, немножко стрёмно, атмосферно, но... Не больше, наверное, лично мое мнение. То есть так, чтобы тут вам кирпичи откладывать, я могу, не знаю. Ну, не до такой степени достаточно, не до такой. Прикольно, да, атмосферно, но... Стандартно, шаблонно, однообразно, то есть никаких новых идей тут нету вообще. Стандартно ходишь, собираешь какую-то хероту, типа, записок, и все. Весь гейм... Там что, скелет был, что ли? Утонул, бедняга. Ну, то есть, да, стандартный геймплей по типу, не знаю, какого-то Слендермена. Вот поэтому эта игрушка будет не прохождением, а первым взглядом. Потому что тут, кроме первого взгляда, больше-то делать-то нечего особо. Тут туалет схерачил. Плохой человек. А может, и даже не человек вовсе. Что? Кто-то в туалете шумит. А, о. Записки... Записки можно по звуку находить. Это облегчает, конечно. Но все их найти, это, блин... Тут, походу, где-то еще одна лежит. Только где, что-то непонятно. Вот где-то тут, а. Еще скелет. Да, господи, что все скелеты тут утоплются? Все настолько фигово, да? Все настолько плохо, что сразу надо топиться. Да, все явно очень плохо. Нифига. Ну, конечно, уже немного скучно стало. В принципе, комментировать даже особо и нечего, как вы видите. Игра однообразна весьма. То есть я пытаюсь что-то найти, но... Не знаю. Блин, я что, кругаля, что ли, дал? Походу, я уже кругаля начинаю давать. Ну, все весьма... О, еще одно. Ну, все весьма однообразно. Ой, припёрся. Шаунишка, блин. И самое главное, что его ничем не отпугнуть, вот что глупо. То есть у меня тогда вот... Да-да-да. Тогда вот у ямы зажал, и все, в принципе. Мне идти-то некуда было. Он просто меня оставил без выходной ситуации. Блядь, без точек-то. А вот... Что-то его пока не видно. Но одно и к лучшему. Так, тут ничего не шумит, значит ничего нету. О! Пошел погас. И суть что, я не пойму, ну собираю записки, а что дальше-то? Я этим что-то что, спасу кого-то? Ё! Ах ты сволочь такая, а? Решил зажать меня? Не получится. Кто-то там орёт. Знаете, я сейчас тоже качать начну, блин, я уже кругаля даю. Не, серьезно, я, кажется, здесь уже кругаля начал давать. Вот раз... То. Удачно. Что-то новое. Где-то записка добана. Толпак мне не нужен. Где записка-то? Я слышу, она где-то тут. Или это не записка вовсе? Ты не записка, блин. Да. Ой, ну у тебя и личико. Он забирает твою душу уже в третий раз, блин. Я чё, как кошак, у меня 9 жизней, что ли, чтобы столько душ забирать, я не въеду. Ну, в общем, чего, игра, в принципе, знаете, наверное, давайте на этом закончим. Игра, в принципе, неплохая, стандартный ужастик на Unity, это честно, да. Можно ли ее пойти? Я считаю, вполне возможно пойти, помучившись где-то, ну, может, часик-полтора, можно все это собрать и понять, что сделать. Геймплей стандартный, незаурядный, то есть просто собираем записки,
Походу, это что-то даст нам, и потом что-то получится, я не знаю, то ли конец, то ли еще что-то. Противник, ну, противник прикольный, ну, не больше, честно. Но чтобы он пугал прям так уже, я не знаю. В остальном, стоит ли игра внимания, ну... Если не в чего поигать, один разочек можно, в принципе, как вот я сейчас поиграл. Но меня в нее лично больше не потянет, я даже не буду ее пытаться пойти, потому что концовка серии будет «Вы победили» и все. Ну и может какой-то текст, типа «Вы спаслись» и так далее. Геймплей, в принципе, очень простой. Просто ходим, собираем записки, ищем предметы, чтобы подвинуться дальше. И все. Ну, ничего нового тут нету. Стандартно, просто, ну, где-то прикольно, да. В остальном, что на этом, наверное, все. Это был, в принципе, первый взгляд на эту игру. И, скорее всего, последний, как я думаю. Надеюсь, всем было интересно. Всем удачи и всем пока.